И вот 9 лет стажа, как бы, они выпали. А если 9 лет стажа добавить, то я получаюсь ветеран труда. И пенсионный фонд очень не хотел делать меня ветераном труда. Ну, 9 лет это же копейки. Это такая экономия? Да, да. И, короче, они мне вот там, и 9 месяцев ребенка можно было родить. Вот в течение 9 месяцев, значит, ну, зачать, потом родить. Ну, да, значит, я с ними, так сказать, боролся. Ну, как боролся? Естественно, я не скандалил, я не ходил, не ругался. Но я делал серьезное лицо и так на них смотрел, так издали. А вот, а потом я придумал такую форму. Я всем знакомым стал говорить, что я соберу сейчас, ну представьте, вот в тот год, который я в том себе строил, 100 человек устроил, да, и значит 100 человек сейчас в подобной ситуации, что им также вот это 9-10 лет не начали. Я говорю, а если мы объединимся, создадим маленькую партию, так сказать, кинутых сибугнивстроицев, напишем, и я стал через знакомых вот этого говорить, что я собираю некую партию, так сказать, этих сопротивленцев, как бы, да. И вдруг все пришло, и все нашлось, и 9 лет, и пенсия. И я понял, что наша сила как бы вот в том, что не даже в единстве, а то, что мы будем декларировать, что мы едины, что мы можем чего-то можем. Поэтому, дабы так сказать, таких вот, я думаю, что я не один в ситуации, и ситуаций подобных очень много. Я стал среди своего окружения искать друзей, которые могут нам действительно что-то повлиять. И я, представляете, нашел своих этих друзей среди своего ближайшего окружения. То есть у нас вот сейчас Ланочка наша прекрасная, полномочный представитель партии пенсионеров.